Привет. Мне очень часто и очень много задают вопросы, что такое депривация сна, почему вы никогда не рассказываете о ней в прямых эфирах. Столько много информации, а зачем вообще депривация сна, что она дает, а не вредно ли это для тела? Ребят, если вас интересуют эти вопросы, то 12 сентября стартует марафон по депривации сна. И да, там я расскажу ту информацию, которую вы не услышите больше нигде. Это та информация, которая, это тот опыт, который прожила я. Это тот опыт, который проживаю я каждый день своей жизни. Я расскажу о том, что такое депривация, как к ней прийти, что она дает вашему физическому и психологическому телу. Что такое сказки, про которые нам рассказывают, про порталы, про несколько миров. Существуют ли они? Или это все миф? Если вас интересуют настолько глубокие темы, если вы хотите познать и выйти на новый уровень самого себя, то, конечно же, вам туда. В этом марафоне мы поговорим не только о сне, почему нужно спать или почему не нужно спать, как нужно спать, сколько нужно спать. Что дает, если вы будете спать, либо не спать? Почему вы можете спать либо левым, либо правым полушарием и спокойно делать определенную часть работы? Вам это не знакомо? Тогда мы об этом поговорим. И, конечно же, мы откроем такие тайны. Мы откроем, приоткроем такие занавесочки вашего бытия, ваших возможностей, возможностей вашего аватара, которые уже есть в вас, ваши базовые настройки, о которых вы даже не предполагали. И когда вы будете четко осознавать, что можете сделать это вы, не просто какие-то люди, непонятно какие, которые необычные, вы точно убедитесь, что вы самый необычный человек, про которого вы всегда думали, что я не такой, как все. Вы увидите себя с новыми возможностями. Мы откроем тот космос и ту сказку, про которую все говорят. Мы расскажем, я расскажу вам тот опыт, который может случаться с вами. Насколько вы способны менять реальность прямо сейчас. Насколько вы готовы формировать то, что есть вокруг вас уже сейчас. И насколько ваш аватар готов абсолютно неимоверным возможностям. Да. И если вам не страшна эта информация, потому что она действительно не для всех. Если вы к ней готовы, если вы чувствуете, что это ваше, что вы готовы познавать себя с другой стороны, с той стороны, которая доступна очень малым, то тогда присоединяйся. Я жду тебя.